А здесь она видно точно, задубела. Запущу все вибасты и салоны. Фен сухой, чтобы он прогревал. Могло прихватить соляру. Отработали нахуй? Прихватило, походу, соляро. Ага, это ошибка. Ебасти мне. Хуй она не заведется, блядь. Закрою сейчас немножко радиатор. А то машина вообще греться не хочет. У меня есть специальная штука. Такая она, как утеплитель, я не знаю, как он называется правильно. Я в костюме, жарко, а ебалик мерзнет. Вот такая, короче, штучка. Вот я сейчас там вырежу, как надо мне. Ну, не весь, конечно, буду закрывать, а половина. Все получше будет. Дизель не греется нихуя, особенно холостых. Кстати, есть лайфхак, тема такая. Вот из этой штуки стельки, короче, вырезаешь, и вот этой блестящей стороной к ноге. И вообще бомба, короче. Очень тепло. Ну, тепло она отражает, и обратно, короче, нога не замерзает вообще. Просто лучше всяких войлочных, там, шерстяных. Вот так вот это будет выглядеть. Мотор работает, плохо может быть слышно, но, короче, вот так тема. Сейчас я, может, чуть подрежу, сверху решеточку поставлю. Все будет закрыто. Снаружи никакого колхоза. Ну и симпатично все четко. Сегодня снимал, там как завел тачку, все дела. Переоделся, камеру оставил в той одежде. Блять, поехал, всем срочно в минус 30 там. Как минус 25, минус 30 было. Всем нужны запчасти. Ладно, все завел, все поехал. И пиздец, и толку нихуя. Короче, только там Азату отгрузил. 3 ручника. Ну, просто попутный, потому что я там был. Ну, как бы он попросил. Ну вот. Пиздень, я просто мозги проебал, лучше бы, блядь, дома. Мне жена говорила, сиди дома, смотри телек, мороз куда, разборка там. Ну, холодно, не дай бог, там, заболеть, еще что. Я всех там отменил, в сервисе у нас работа там. Студент там в сервисе работает. Пацан, который вместо Сани, тоже говорю, нахуй, вон там в больничку куда-то пошел. Сегодня не надо приезжать, минус 30, холодно работать. И вот, я, короче, весь день мозги проебал, лучше, блядь, дома, нахуй, сидел. И что-нибудь делами занялся или просто нахуй, телек смотрел. Это, короче, вообще беспонтово. Сейчас опять позвонили те, кто должен был днем приехать за железками. Сейчас типа подъедут. Вот я завел легковушку сейчас. 21. И поеду, отдам там детали каким-то ребятам там через третьи руки. И вон съездим, что-то в Икее там надо Маринку купить. Мне там одну тему интересную покажу сейчас попозже. Что надо приобрести. Ну вот так вот. Морозный денек такой сегодня, блядь. Хуй пойми какой. Ну едем что-то делать-то. Приехали в московский. Сейчас зайдем, надо одну штучку купить. Потом покажу, что купим. Вот сюда мы приехали. Вот. Снова у Мишани новая игрушка. Может, это не игрушка, это... Здоровье у меня будет крепкое теперь. И, возможно, я сам буду крепкий, как Сталлоне. Как Сталлоне и Шварценеггер. Нет. Я думаю, она принесет мне поле стопудов. Если, конечно, не буду лениться и буду делать все как положено. Тачку надо открыть. Положить новую вешалку. Нет, она попрет. 100 пудов попрет. У меня ледяночка всегда с собой. Мало ли что-то захочу покататься на горке. А ледяночка у меня с собой. Вот и покатался. Ножницы, мне надо ножницы!
Погрелые руки. Херню бабки тратим. Конечно же, инструкцию, наверное, надо посмотреть. Когда инструкцию смотришь в последний момент, когда что-то лишнее осталось. Готов. Давай, выбирайся. Все, Идеализация. Все, у нас готовое тело. Примерно. Это выглядит. Он такой низкий? Нет, он регулируется по высоте. И вот так вот. Или так. Все. Ну что, ставим вещи, кидайте на него сразу. Можно? Да, сразу можно. Пиджаки, всю хуйню. Так я уберу и он туда пока поставлю. Сюда, рядом. Видишь, четко вписывается. Ну все. Всего. Все на месте. Вот, короче, еще одна вещь, с которой пыль вытирать придется, да? Да. 100 пудов. Ну все, тренажер-то готов. Теперь осталось самому подготовиться к нему. А то можно пиджак где-то доставать, туда бросать. Может, там кот будет спать. Ну посмотрим. То надо исправлять, и то я вообще не в форме. Все. Всем пока. Всем добра.